Здравствуйте, товарищи спортсмены! Здравствуйте, товарищ спортсмен! Торжественное построение, представление судейской коллегии, проверка знания правил безопасности – обязательный ритуал при проведении всех соревнований. Этот областной турнир позволит новичкам получить желаемые разряды, а старшим улучшить свой результат. Подвести итоги учебного года вызвали 153 юных стрелка. Это ученики школ и среднеспециальных учебных заведений. Перед старшеклассниками стоит задача, держа в руках малокалиберную винтовку, с 50 метров поразить мишень. Для новичков упражнения попроще. В школьное упражнение входит стрельба с 8 метров. Это дается 5 зачетных, 3 пробных выстрела. Для хорошего результата, говорят опытные инструкторы, необходимо справиться со своими эмоциями и максимально расслабить мышцы. Но у каждого из участников есть свои секреты победы. Секрет правильного выстрела в дыхании. Нужно задержать дыхание перед хорошим выстрелом, чтобы не было колебаний. Одна из самых многочисленных – команда патриотического клуба «Миротворец» из Черемхова. Уже 5-й год школьники занимаются физической и стрелковой подготовкой, рукопашным боем. Несмотря на юный возраст, а основная часть команды – пятиклассники, ребята уверены, что не зря взяли в руки оружие. Например, будет Третья мировая война, например, и мы будем отбиваться. То есть уметь держать оружие в руках. Областные соревнования по пулевой стрельбе будут проходить в течение 2 дней. Итоги подведут в четверг, 25 мая. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.